Хороший получился йога-кэмп. Столько людей приехало. Приехали люди с разных регионов Полтавской области. Узнавали, записывали, учились. Также у нас были курсы по медитации, благодаря которым можно было получить хороший заряд энергии, эмоций. Люди радостные, веселые. Вегетарианские кухни. Вот сейчас готовим вегетарианскую рыбу. Также очень хорошие книжечки. То есть каждое блюдо, которое готовилось, оно было запечатлено вот такой вот книжке. И каждый человек мог изучить, прочитать меню, что их ждет завтра, что было сегодня. Много заинтересованных людей есть в Полтавской области, которым интересна хатха-йога, насыщенная программа. Очень понравилась йога на природе, вегетарианские блюда. Действительно, отдых, расслабление. Наверное, это то, что мы ищем, когда пытаемся представить себе отдых, уехать куда-то, вот отвлечься от того, что нас окружает в обыденности. Общение. Больше всего общение, и вот на природе оно совсем по-другому, не такое, как оно в обыденной жизни. Особливо сподобався театр. Дуже така атмосфера прекрасна була. Актори, чудові костюми, смисл глибокий був. Надіюсь, найближчим часом ще відвідати такий захід. Я перший раз на йога-кемпінгу, мені дуже подобалося. Там море, задоволення, річка, природа, що може бути краще, мантри. І все це пройшло на отак. Запрошуємо всіх на йога-кемпінг. І замечательні люди. Як не приїхати? Я не упущу цієї можливості.